жизнь может разочаровать, быть полна боли и страданий. Эти вещи могут изменить ваш взгляд на жизнь. И хотя раненая душа болит сильнее, чем раненое тело, помните, что любовь может преодолеть все препятствия, и если она настоящая. Робин Гуд. Смертельный бросок. Так ты поможешь мне, мать? Ну я не уверен в этом, Мэриэн. Мне нужно хорошо об этом подумать. Ты должен помочь мне. У меня есть очень важное дело, которое я должна сделать. Ты же не разбойник. У меня могут быть неприятности. Мать, пожалуйста. Ну... Эй! Мэриэн, если тебе нужна помощь, тебе лучше попросить меня. Так ты поможешь? Спасибо, маленький Джон. Помни, мои люди преступники. Ты это выдержишь? Угу. Что ж, барон, сегодня мы казним Гилберта. Он заслуживает мучительной смерти, принимая во внимание его вопиющее неуважение. Как нам лучше это сделать, барон? Успокойтесь, епископ, взгляните на это письмо. Смотрите-ка, письмо Гилберту от его сестры Клео. Вот именно. И она, глупышка, еще не знает о том, что ее брат ослушался моего приказа. Дорогой брат, как твои дела? Фу. Благодаря твоему брату я потерял прекрасную приемную дочь. Он надул меня. Гилберт по-настоящему упрям. Он и пальцем не пошевелил, чтобы спасти себя от наказания. Так казним его немедленно? Нет. Я дам ему последний шанс. Если он публично признает свою ошибку и поклянется верой и правдой служить мне, я отложу казнь. Ты слишком добр, барон. Я уверен, он вновь тебя предаст. Он не заслуживает милости. Но все еще может быть нам полезен. Будет глупо прикончить его прямо сейчас. Ты не согласен? Барон Элвой! Да? Гилберт сбежал, сэр. Что? Он сбежал. Он сбежал. И вы называете себя солдатами? Вон! Он идет! Приготовиться к обороне! Держать строй! Никто не помешает мне проникнуть в этот замок. Стоять! А ну, с дороги! Где Гилберт? Барон, сделайте что-нибудь до того, как он сбежит. Он там. Да, смотри, он собирается покинуть замок. Впервые вижу такую наглость. Ты пожалеешь об этом, Гилберт? Я сам позабочусь о тебе. Гилберт. Дурак! Ты же не думаешь, что я дам тебе уйти? Давай! Это маленький Джон. Попробуй еще раз. Давай, Мэриэн. Вставай и начинай драться. Мэриэн? Наконец-то я свободен от этого барона. Но теперь мне нужно уладить одно дельце. Ладно, мой друг, почти приехали. Ты беспокоишься о том, что там случится? Все нормально, с нами все будет хорошо. У нас есть еще незаконченное дело. Давай, мой друг, в лес, скорее. Эй, мать! Вы все тут с ума посходили, что ли? Робин? Что это значит?
Ну, это не то, что ты думаешь, Робин, эй, это... Эй, я все улажу. Мэрин пришла к нам, попросила научить ее владеть мечом. Вот мы ее учим. Верно, друзья? Мэрин, это правда? Да. Конечно же, ей пришлось заплатить за это. Мы не работаем бесплатно. Видишь, она отдала нам свое платье. Вообще-то я хотел этот маленький милый крестик, что она носит на шее. Но она не согласилась. Мэрин, почему? Мэрин, послушай меня. Не слушай Робина. Оставь сражение мне, Уиллу, ладно? Тебе не нужно это делать, мы защитим тебя. Нет, Робин, я тренируюсь не для самозащиты. Я тренируюсь, чтобы отомстить. Отомстить? Отомстить? Я хочу покончить с Элвайном своими собственными руками. Я уже пыталась сделать это в замке. Он заточил моих родителей в своем замке. Он бесчестный негодяй и заслуживает смерти. И я должна сделать это. И я не пожалею своей жизни, чтобы спасти свою семью. Это нелепо. Ты не должна говорить так. Я не позволю тебе. Ты не будешь рисковать своей жизнью, сражаясь с бароном Элвайном. Послушай, мне жаль, но у тебя ничего не получится. Ты не сможешь одолеть Элвайна. Посмотри на нас. Даже вместе мы ничего не можем против Элвайна и его солдат. Мэриэн, пожалуйста, отдай мне меч. Но мы не можем вот так просто сдаться. Мы никогда не сдадимся, Мэриэн, я обещаю. Но мы не можем сделать это силой. А! Вы слышали это? Это, наверное, солдаты. Они нашли нас. Всем приготовиться, вон они. Мы готовы. Смотрите, там всего один человек. Осторожнее, это может быть ловушка. Кто это? Маленький Джон и его знаменитая банда разбойников. Так вот вы где прячетесь. Гилберт? Это Гилберт! Мэриэн, что они с тобой сделали? Ты похожа на разбойника. Я должен забрать ее отсюда. Жизнь в лесу, как дикое животное, она заслуживает большего. А, вот и пес Элвайна. Тебе лучше убираться отсюда. Не хочешь? Ну ладно, я второй раз не предлагаю. Защищайся! Я возьму это. Здоровья, Хантингтон. Не подходи, Гилберт. Она боится меня? О, Мэриэн. Все готово. Правда, они прекрасные? Это подарок тебе, Гилберт. Они тебе нравятся? Цветы? Рыцарю? Ой, какая я глупая. Конечно, цветы не очень хороший подарок доблестному рыцарю. Пожалуйста, прости меня. Мэриэн. Твой подарок наполняет мое сердце радостью. Спасибо, Гилберт. Какой ветер, Гилберт! Это не обычная буря, это знамение. Боюсь, у меня темная судьба. Мэриэн, я должен идти. Прощай, Мэриэн. Я тебя еще увижу, Гилберт. Я не знаю. Я надеюсь, Мэриэн. Я надеюсь. Прощай, Гилберт.
Я думаю, тебе это больше не пригодится. Принцесса не должна касаться оружия. Мэриэн! Прости меня. Мэриэн! Он забирает Мэриэн! За ним! Отпусти меня! Ты хочешь забрать меня обратно в замок к барону, так ведь? Нет, теперь все по-другому. Илвайн мне больше не хозяин. Что? Я покинул замок. Теперь я никому не служу. У меня нет хозяина. Наконец-то я свободен делать, что хочу. Но зачем тогда? Не бойся, Мэри. Ты со мной. Мэри! Мэри! Держись, Мэри, я иду. Гилберт забрал Мэриэн очень далеко, веря в то, что спас ее от Робина и разбойников. А также от Херфорда и Элвайна. Золотой крестик по-прежнему на ее шее. Мэриэн вновь стала принцессой, которую любит Гилберт. Мэриэн, прости меня за то, что я тебе сделал. У такого рыцаря, как я, нет будущего. Что за рыцарь без чести? Ему лучше умереть. Но ты дала мне смысл жизни. Наконец-то я нашел того, кому могу служить всем сердцем. Я отдаю тебе мою жизнь, Мэриэн. Мэриэн, пожалуйста, прости меня за то, что я сделал. Полный раскаяния за свои прошлые деяния, Гилберт продолжал наблюдать за спящей Мэриэн, готовый защитить ее от всякого зла. Незваные гости. Они не заберут ее у меня. Мэриэн! Мэриэн, не бойся, я защищу тебя. Не подходи ближе, Робин Хантингтон. Гилберт, но где он? Я не вижу его. Покажись, или ты боишься? Гилберт. Что ты с ней сделал? Остерегайся, Хантингтон. Я не допущу, чтобы ты разрушил мои планы. Освободи Мэриэн. Ни за что. Только со мной Мэриэн в безопасности. Я буду защищать ее. Мэриэн, не нужна твоя защита. Она слишком хороша, чтобы жить в лесу, как животное. Почему вы живете в этом лесу, как звери? Вы потеряли достоинство и честь. У вас нет самоуважения. Почему ты и твои разбойники так живете? Нам так нравится, и мы никому не мешаем. Ты не заберешь ее. Я тебя предупредил, Хантингтон. Я лучше умру, чем оставлю Мэриэн в твоих руках, Гилберт. Ну, если ты так хочешь. Гилберт. Ты не оставил мне другого выбора. Хватит! Готовься умереть, Хантингтон! Робин! Гилберт! Это безнадежный матч. Мы никогда их тут не найдем. Забудь. Как это? Сдаться? Забыть? А как же Робин? Мы не можем идти дальше. Смотри, какой туман. Ты хочешь сказать, что маленький Джон боится небольшого тумана? Как ежик в тумане, нет. Не боишься? Пожалуйста, остановитесь.
Вы не должны драться. Робин, Гилберт больше не служит барону Илвайну. Что? Что это значит? Что такое? Почему ты не дерешься? Я не могу драться с тобой, Гилберт. Почему? Дерись. Но если ты больше не служишь барону Илвайну, я не могу. Ты глупец, Робин. А вот тебе мой ответ. Робин! Робин, не надо! Отец! Робин! Что такое? Он не двигается. Он не пытается избежать смерти. Он предпочитает умереть за свои убеждения и за Мэриэн. Я не могу. Все кончено, Гилберт. Держись, мать! Что с нами происходит, маленький Джон? Я же говорю, что тут есть тут что-то такое, чего надо бояться. Мэриэн! Гилберт! Мэриэн! Ты ранен стрелой! Глупец! Ты же не думаешь, что я позволю тебе уйти? Гилберт, отпусти меня. Мы сейчас оба упадем в ущелье. Ты не должен умирать ради меня. Робин. Нет, Робин. Давай, Гилберт, держись за меня. Гилберт! Давай руку! Гилберт, ты должен отпустить меня! Гилберт, скорее давай руку! Этот Хантингтон гораздо благороднее, чем кажется. И ты, моя милая Мэриэн, ты готова умереть за меня. О, Мэриэн! Любовь моя. Гилберт. Мэриэн. Гилберт! 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 Робин и Мэриэн ничего не смогли сделать там на скале, с которой сорвался Гилберт. Не способные сказать ни слова, они стояли в тишине и печали. Гилберт умер человеком чести и достоинства, сдержав свою клятву защищать Мэриэн ценой собственной жизни. Я пытался, отец. Я пытался спасти его, но не справился. Он выскользнул прямо у меня из рук.
Я должна быть сильной. Я должна доказать, что достойна его подарка. Он подарил мне жизнь. Как я могу подвести его? Я буду жить как разбойник и драться, с храбростью драться. Принцессы Мэриэн больше нет. Прощай, прощай, Гилберт.